Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом Виталик». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы, когда плачут цикады или Хигураси Нинаку Карани. И по счету уже какой там эпизод, 23-й что ли будет. Начало второй главы уже, первую мы полностью прошли. Вторая глава, снова, как говорится, перезапуск истории с самого начала, только уже с другими последствиями. С другим, в общем-то, исходом. Так, в общем, в прошлой серии, как помнится, там... в общем, главный герой, как обычно, проводили какое-то наседание клуба, только уже в другом месте. Играли в игры, в итоге, где исходом был, которых было бы один победитель и один проигравший, который станет исполнять, в общем-то, какое-то там либо наказание получит и будет там исполнять, в общем-то, приказы победителя. Но игра в итоге до конца не прошла из-за того, что Мион там оправилась, оправилась там по своим делам, и у нее там времени не было на то, чтобы закончить, в общем, игру, довести до конца. Помогать, в общем-то, она там хотела своему дяде, по-моему. И, в общем, получили там в награду чуть ли не все куклы, в том числе и Кейти, мой бар, главный герой второй главы, так же, как и первый. Ну, там, конечно, в других главах будут другие герои. Но это потом, попозже. Где-то, по-моему, в четвертой главе будет уже другой герой. Пока что в трех главах будет герой, у нас главным героем будет Кейти Моебара. И, в общем, он решил тем самым свою куклу подарить, как видно, Рене, а не Мион. Хотя Мион, лицо, наверное, там не видно, конечно, на картинке. Что она, в общем-то, какое у нее там выражение лица. После того, как Кейти решил подарить куклу не ей, а Рене. Это мне? Это Рене? Спасибо. Мне же лучше. Как бы я не отдал ее Рене, домой бы вряд ли добрался. Ахахахахаха. Это точно. Я хотел бы отдать ее тебе, Мион, только вот... Ну, неправильно как-то, по-моему. Хе-хе-хе, и то верно. Иногда я задумываюсь, чего не родилась мальчиком. Хорошо, что ты девчонка. Была бы ты парнем, я бы тебя давно уже пристукнул. Ахахахаха, тогда убей лучше сейчас, лады? А не то потом жалеть будешь. Ахахахахаха. Мион громко смеялась, произнося такие жуткие вещи. Мы тоже смеялись. Молись там, кому хочешь, чтобы сделал тебя мужского пола в следующей жизни. Лично я снова мужиком стану. А потом я тебя найду, Кейтян, и для начала мы захватим страну. Ахахахахаха. Мионтян, тебе надо бы ехать. Не очень уверенно поторопил ее продавец. Мы шло так весело, тяжело должно быть расставаться с нами. Здорово вышло, ребята. Повеселились круче некуда. Увидимся. Завтра в школе. Не опоздай на работу. Мы помахали Мион вслед. А я наконец заметил, как же низко в небе стояло солнце. Заметил и то, как похолодал ветер. Может, погуляем еще немножко? Или сразу домой поедем? Темною дорогой ехать страшно. Что ж, тогда поехали. Порядочно сегодня потешились. Верно, ну что же, поедем домой. Ветер понемногу остывал, будто желая успокоить бушующий в нас воинственный дух. До Хинамидзавы дорога долгая, но никто не обращает внимания. Поистине, победа Рене-сан потрясающая. Когда Рене входит в такой режим, победить ее не может никто на свете. Ахахахахаха, ну какой же миленький набор для Каруты. Глядите, я его даже купила. Хау! Ну и Рика, как всегда. Для Рики управиться с любым парнем все равно, что лепить кулички. Победа вышла легкая, вот. Сколько же в том расчета и сколько решилось на полпути? Мне страшно подумать, в кого может вырасти Рика-тян. Ахахахахахаха. Сата-котян не самая изумительная. Такой шум поняла в конце. Ой, да что вы, право слово, тоже совершеннейшие пустяки. О-хо-хо-хо. Да и Кейти показал зубки ближе к завершению-то.
Ну да. Я всегда сильнее, когда некуда отступать. Томмита-сан и Камура-сан как-то слишком за него болели. Любопытно, почему? Он кое-что пообещал Томмите и Камуре. Наверняка, тайны же. Тайны? Хау... Что за тайны? И иногда так бывает, что мужчины понимают друг друга лишь в честной драке. Ва-ха-ха-ха. Я громко засмеялся, пытаясь переменить разговор в другое русло. Ну да. Победил в итоге он нечестно все-таки. Мне кажется. Мы продолжали смаковать плоды победы и все то веселье, в котором всего не участвовали. Поглядите туда. Какой чудесный закат. Впереди, куда Садха указывал рукой на ходу, садилось огромное-преогромное солнце, и оно так вытягивало наши тени, что даже не видать, где там у них конец. Цикады пели ровные, успокаивающие. Да. Когда по цикадам Хигураси Нинаку Карани, второй эпизод, вторая глава, 23 эпизод. Да, конец первого, дня. И прочтение доступно на подсказки. А что за дядя Умион? Сейчас почитаем заметки в том числе. Да, столько же подсказок в первой главе в том числе будет. Так, что за дядя Умион? Эхо, извиняйте. Я только узнала, что сегодня надо пойти поработать в магазине у дядьки. Какого хрена? И что сегодняшнее собрание отменяется? Ну же, извините. Мион сложил ладошки вместе и ухмыльнулась. Если так хочется поиграть, почему бы не поиграть без дядьки Мион? Внутри клубного шкафчика полно игр. Бери любую. Клубный шкафчик. Такой четырехмерный шкафчик, из которого Мион вытаскивает игры для клубной деятельности. Как вообще может быть, чтобы шкафчик, не дотягивающий по размерам даже до шкафчика для швабр и ведер, чтобы в таком шкафчике допомещалась такая куча игр? И там не только игрушки, там полно разных странных штуковин, нарядов, используемых для наказаний. Думая, разложи она все содержимое шкафчика по полу классной комнаты, целиком бы его заняла. Да ну нафиг. Боюсь, откуда все вывалится, если хоть чуть-чуть зазеваюсь. Ахахаха. А ты прав. Нечего новичкам не влазить. Хе-хе-хе. Мион зачем-то захохотала, будто бы намекая, что потому она и глава клуба, что умеет пользоваться клубным шкафчиком. И глаза клуба, да. Мия, учительница ищет ключ от физкультурной кладовки. Ты не знаешь, где он? Чего? Разве я не вернул его в учительскую? В то же время Мион шарилась у себя в карманах. И судя по принятому выражению лица, ключ, который она хотела вернуть, так и почивал себе там. Ага, он у Мион-сан был. Я совершенно точно знала. И я тоже оказалась права, вот. И у меня, и у Сатака правильный ответ. Сатака и Рикотян ликующе обменялись хлопком ладоней. Молчать. Бдыщ, бац. Стукнув локтями по головам Сатака и Рикитян, Мион отправилась в учительскую. А, кстати, слыхали? Сегодня клуба не будет, Мион работать надо. О, действительно, какая невыносимая скукота. Мии. Обе девочки скорчили унылые лица. Что бы кто ни говорил, именно у клуба Мион они ждут больше всего, приходя в школу. Неудивительно, что их охватило уныние при вести об отмене встречи. Так Мион работает, это значит. И чем же она занимается? Если Мион отменяет клубную встречу, почти всегда дело в работе. Однако не видно, чтобы она ходила на нее каждый день. Временами она работает аж 2 или 3 дня подряд, а иногда не ходит вообще. Что за работа такая без распорядка? Она не в одном и том же месте работает. Не в одном и том же? Подённая работница, что ли? Мион в каске и грубых носках обливается потом на стройке. Как-то не представляю. По-видимому, Мион сам представляет собой замену, когда кого-то дядины лавки не достает.
А, ясно. Кстати говоря, у нас же сегодня у дяди работает. Да и раньше что-то такое, кажется, слышал. Мия идет на расхват, у нее много дядей, которые ведут свое дело, видишь ли. Много дядей, которые ведут свое дело? Что, правда много? О, а вы не знали, Кеди-сан? О том, что в Окиноми весьма такими многими магазинами владеют родственники Мион-сан. Ого, не знал. И что, правда так много? Да. Булочник, зеленщик, владелец магазина пшеничной лапши и множество прочих. Магазин игрушек, в котором мы убились, того же толка. Какое-то время не мог ничего вымолвить. Это невероятно. Семья Мьон так везет в торговле? Поразительно, как они умудряются держать столько дел. Кроме того, есть ростовщик, земельный спекулянт, владелец веселого дома для ролевых игр, а также хозяин бани с массажистками. Можно сказать, они занимаются всем. Среди них отметились довольно подозрительные названия. Ай, ну и ладно. Теперь я хотя бы представляю размах. Так вот почему Мион столь придирчива насчет уплаты, когда берешь у нее денег взаймы. Мне течет кровь ростовщическая. Теперь я понял. Как-то раз я взяла денег у Мии в долг и забыла. Она угрожала, что заставит меня обслуживать общественную баню, коль не заплачу. Вот. Рикотян продают банные прислужницы за долги. О нет, кровь носом пошла. Ох, ну и жить была бы мыть с хлоркой все эти ванны. А? Она их правду не поняла? И какие же невинные бывают до сих пор дети. Мы с Рикотян погладили садок по маковке. Чего вы меня гладите-то? Сатока хорошая девочка, поэтому ее надо хорошенько погладить, вот. Садока, похоже, так ничего не поняла, но хотя бы смекнула, что над ней потешаются. Так, ну и заметки переводчика. День первый. Это мы, конечно, читали в самом начале еще первой главы прохождения даже. Что там за какие-то новые слова интересные? Бронированные автомобили. Имеются в виду инкассаторские автомобили. В Японии они прозываются именно что бронированными автомобилями. Любители этого самого. Полагаю, в виду имеются любители такого рода. Так, любители этого самого. Полагаю, в виду имеются любители такого рода девочек, читай, лоликонщики. Так, любители этого самого. Полагаю, в виду имеются любители такого рода девочек, читай, лоликонщики, в кавычках. Лоликонщики же любители неполовозрелых девочек. То бишь это были бы педофилы, кабы не сравнительно малый возраст, упоминающихся в главе любителей, в кавычках. Также вполне вероятно, что имелись в виду просто любители маленьких, ослепительно улыбающихся милашек. Шкала напряженности. В оригинале Тенсион Гауге, прямая отсылка к Guilty Gear, вышедшей впервые в 1998 году. Что такое за Guilty Gear, не знаю. Наверное, какое-то аниме черное, или не знаю, или какая-нибудь японская игра. Возможно. Для ее наполнения требуется вести себя как можно более агрессивно, чтобы бой был стал напряженней. Чем полнее шкала, тем страшнее можно выполнять приемы. Манга. Сие название обозначает японские комиксы, да. Комиксы с определенным числом панелей, кадров 2, 3, 4, 5 имеют свои названия, из которых наиболее известно название четырехпанельного йонкома, где йон это значит 4. Звуковое сопровождение действий в комиксах обозначается звукоподражаниями, которых в японском языке не счесть. Игра миллионера. В оригинале Хекюман
Тёдзя Геэмо. Немного напоминает зарубежную игру под названием «Игра в жизни», только в той используется волчок, а не колесо рулетки. Игра заключается в том, чтобы двигать по шахматным образом по деревянной доске. Маленькие автомобильчики, в которых сидят изображающие семью фигурки, довольно похожи на монополию, не так ли? Цель игры миллионера – заработать миллион. Карута. Как можно понять из текста главы, в игре ведущий читает часть стихотворения из первого набора карт Ямифуда. Потом игроки выискивают среди разложенных по столу карту, на которой написана вторая часть стиха Торифуда. На последних нанесено изображение, чтобы облегчить задачу поиска. Всего карт 100 штук, игра кончается, когда соберут их все. Кто к концу игры собрал больше карточек, тот и выиграл. Вымыть шею. Японская поговорка «шею моют перед обезглавливанием». Обезглавливание было стандартной казнью в Японии для простого народа. Также отсечение головы входило в призванный показать собственную честь ритуал самоубийства японских дружинников, самураев, который назывался сеппуку, представлял собой спарывание живота, где по их представлениям содержалась душа. Иными словами, совет вымыть шею равен словам «приготовиться к умереть». Река трех дорог. Река Санзу. То же самое, что и Стикс в древнегреческой мифологии. Перевезенные через нее души умерших попадают на суд правителю подземного царства, имя которому Энма, или Эмма, что, впрочем, не на письме, выглядит слишком похоже на женское имя. Битва четырех пяти зол. В середине 80-х в журнале Shonen Jump печаталась манга под названием Сакикаге Отоко Джуку, буквально «Вперед, частная школа для мужиков», где такие названия были делом обычным. С тех пор по Японии буйным цветом расцвели вычурнейшие названия для чего бы то ни было вообще, и молодежных сборищ, в частности. Четырехмерный шкафчик. Отсылка к серии Дораэмон, где синий кот-робот Дораэмон прилетает из будущего, из 22 века, точнее, чтобы помочь мальчику по имени Набита Ноби. У всего кота есть на животе четырехмерный карман, в который он складывает всякую всячину, используемую в основном для оживления хода событий. Первый выпуск манги появился в декабре 1969 года, и серия до сих пор всенародно любима не только Японии, но и за ее пределами. Веселый дом для ролевых игр и баня с массажистками. Первоисточники – это Image Club и Soap Land. Первая специализируется на ролевых играх, можно сказать, игровой бордель или косплей-бордель. Второй же является такой баней, в которой посетители моют в духе... Так, веселый дом для ролевых игр и баня с массажистками. Первоисточники – Image Club и Soap Land. Первые специализируются на ролевых играх, в кавычках, можно сказать, игровой бордель или косплей-бордель. Второй же является такой баней, в которой посетителями моют в духе... порнографических роликов про массаж, совместные купания. Ладно. Проще говоря, девушка намыливает посетителя по собственным телам, в частности груди. Ладно. Грубые носки. Японские строители носят носки дико таби. Они сами по себе обувь, поэтому без ботинок или сапог. Это те же традиционные раздвоенные японские носки, но пошитые из грубой материи, а подошва часто прорезиненная. Банные прислужницы. Первоисточники угрозы имен звучит вот как: «Я утоплю тебя во фура». Осадка, соответственно, не понимает, какая глупая смерть – утонуть в ванне. Японские общественные бани сента состоят из нескольких ванн – фура. И была такая традиция в японских банях. Мужчины обслуживали прислужницы, называвшиеся юна. Терли спинку, поносили полотенце, держали мыло, а за отдельную плату и отдавались заплатившему. Поэтому выражение «маткнуть фофура» стало значить «продать публичный дом». Ах, ха-ха-ха-ха-ха-ха, смех. Мион такой. Хотя непонятно какой-то. И на этом все. Спасибо за
подсказку, блин. Так. Ладно, еще раз это... А, нет, котенку оставлю. Сохранить кого здесь лучше. Продолжить. Следующий день. Школа. «И почему на после обеденных уроках так спать хочется?» — промолвил Амион полусонным голосом, от которого мне самому стало спать захотелось. «Этому есть медицинское объяснение. Могу сказать, но ты тогда еще сильнее спать захочешь». «А-а-а! Нет уж, спасибо. Уже почти 3 часа пополудни. Шестой урок скоро кончится, потому как Саток и Рикотян младше нас их отпустили после 5-го. Сейчас они, наверное, резвятся на школьной площадке. Со двора доносится детский смех. Аж завидно». «Ну же, Митян, ты староста класса, не падай духом. Не спи. Надо было мне стать главой женской команды по плаванию, а не предводителем класса. Люблю я спать, понимаешь? При чем здесь это? На воде хотя бы поспать можно». Бац. Учительница, посмеиваясь, треснула мне по голове корку учебника. Потом выспитесь. На сегодня все. Староста класса, ваше слово. Встать! Смирно! Мен, только что клевавший носом, вдруг бодро вскочила, услыхав про конец уроков. Слыхав. И откуда у нее только бодрость берется? Классного часа нет, мы его уже провели на последнем уроке для мошелкасников. Одна из отличительных особенностей нашей школы в том, что все классы смешались в один. Узнав про конец уроков, Сатока и Рикотян вернулись в класс. «Поздравляю, вы справились же. Ну что, наступило время клубных потех?» «Прекрасно. Ну, стало быть, во что играем сегодня?» «Слушай, Митян, а разве мы сегодня не продолжаем вчерашнюю битву?» «Вот-вот. Правильно. Считаю, не стоит оставлять столь потрясающий матч без развязки». «Ну-ну. Я прекрасно вас понимаю, но не нужно спешить. Не станем же мы его проводить в этом унылом классе. Сперва подберем хорошее место и время. Лично мне все равно, когда проводить. Но я надеюсь, мои младшие товарищи не смогут взглянуть на сражение. Со временем определяйся заранее». «Ух ты! Кейти-кун, здорово! У тебя болельщики есть? Есть! Интересно, а у Рена они есть?» Я не упустил возможности подшутить над слегка замечтавшейся Реной. «Хотя проигрывать и не собираюсь, Рена, я за тебя болею». Сахарно улыбнувшись, я грубо погладил макушку Рены. «Ха! Хау! Кейти-кун! Что ты имеешь в виду?» Рена мигом порозовела, из ее ушей вырвался пар. Заглянув ей в глаза, я увидел, как мы с Реной, взявшись за руки, скачем по цветочному саду. Ох, пусть это всего лишь ее воображение, но мне стало по-настоящему неуютно. «Так, ну и Кейти может убить Рену? Вот». Слова Рикитяна всех рассмешили. «Ахахаха, зато Рена вполне может прикончить Сатока и Рикутян». «Верно, Рену-сан победим едва ли, зато Кейти-сану с нами не совладать». «Эге, любопытное наблюдение. Значит, наши возможности связаны друг с другом совсем как у камня, ножницы, бумаги. Вот только Мьон выпадает». «А ты как думал? Я какими бы ни были обстоятельства, не проигрываю никогда никому». Мьон, главная наша, усмехнулась с надменным царственным видом. «Начало становиться жарко. Скоро начнется бой. Ну чего, начинаем потихоньку?» «Угу. Так, Митян, что же мы сегодня делаем?» Похмыков, Мён зарылась в так называемый губный шкафчик. Туда чересчур много всего напихано. Во всех коробках действительно игры? Там еще и снаряжение для штрафных игр сложено. Кошачьи ушки, ошейники, такая вместительность непостижима. Готов ручаться, что у шкафчика нет стенок. На самом деле он уходит за стену комнаты в 4-е измерение. Я об этом тоже подумал.
Иначе я никак не могу объяснить, откуда в нем столько разного хлама. В итоге, так ничего не достав, Мён повернулась к нам, взявшись за раздумье за подбородок. «Тогда так, сегодня что-нибудь простенькое. Не годится играть в одни напряженные игры, а то надоест еще. Пока мы вместе, любая игра веселая». «Да». «Ага, правильно, правильно». Я покивал, будучи с ней согласен. «Сам так считаю. С ними даже пропалывание сорняков на школьной площадке вышло бы занимательным». «Ничего занимательного не наблюдаю. Ненавижу полоть сорняки». «Он что, не про себя сказал? Вслух?» «О, вот как! Между прочим, Садока. Заканчиваю читать по лицу чужие мысли». «А, это мы? Мысли прочитал. У Кэти с Хона все мысли на лице проявляются. Мы видим их сразу. Мне такое всегда говорили, но похоже, с тех пор, как я сюда перевелся, стало только хуже. Надо бы мне научиться делать лицо каменным». «Эй, внимание всем, внимание! Объясняю на правила. Мы тут же заткнулись, не сосредоточились, и сосредоточенно воззрились на Мён. Обратившись вслух, поглядывали друг на друга взорами на не то голодных тигров, не то учуявших кровь акул. Да, именно с выслушивания правил начинается битва. Сегодняшняя игра та, в которую сравнительно часто играют на вечеринках. Симпатия. Кто-нибудь слыхал о такой? Симпатия? То бишь единодушие? Вроде бы где-то слышал. Митин, а ты случаем не про... Ну, где дается слово, а затем все пишут, кому что это слово напомнило. И чем больше написали это слово, что у тебя, тем больше у тебя очков. Тогда Рена знает. Вспомнил. Мы в начальных классах играли, которые... Ой, короткие. Чего? Мы в начальных классах играли, коротая дорогу до школы на автобусе. А. Не имею чести знать все игры. Прошу разъяснить. Для начала кто-нибудь и говорит общую тему. Скажем, ну, к примеру, десерт. Хи-хи-хи-хи-хи. Сата-котян, о чем ты первым делом подумала, услышав про десерт? Но, пожалуй, ну, пудинг. Окей, значит, Сатока пишет на листке слово «пудинг». После чего мы все разом показываем друг другу свои ответы. Если кто-то еще написал про пудинг, за каждого получаешь очко. Чем больше подумавших одинаково, тем больше очков. Иными словами, если вся пятерка думает одинаково, каждый получает по 5. В общем, соль в том, чтобы отвечать как все вот. Рикотян совершенно права. Самое главное в этой игре отвечать как все. К примеру, при слове десерт первым пройдет мне на ум клубничный суп. Чё? Однако не дело, если он не совпадает с другими ответами. Вот почему мне нужно задавить свою сущность и придумать ответ, который вероятнее всех прочих совпадет с другими. Ключ в том, чтобы угадывать ответы друзей, потребуется не слабая соображалка. Ми, надо бы провести один тренировочный бой ради Сатока. Окей, тогда тему выберу я, как старшая. Поищу что-нибудь подходящее здесь. Она достала учебник японского и начала небрежно его листать. Хорошо, тренируемся только раз. А итак, первой темой станет... съедобный лед. Ахахаха. Ну, раз уж сказала, пускай так и будет. Съедобный лед. Обычные вкусы съедобного льда, клубника, дыня, голубые, гавайи. Если подумать, то знаменитее всех. Ясен пень, конечно же, дынный. Все готовы. Тогда все вместе. И раз. Клубника. Дыня. Зеленый чай. Клубника. Клубника. И Кэти в ноги продул. Да, он дыню явно выбрал. А все остальные клубнику. Большинство клубнику варили. Тут интересно клубнику. Какого дыню написал только я? Эй, вы. Клубника ж слишком обыкновенная. Вот ты, Рена, ты будто когда-нибудь брала съедобный лед со вкусом клубники. Разве дынного вкуса не разбирают быстрее всех? Рене нравится дынный. Но клубника мне нравится больше.
Кейтин. Я бы и сама выбрала скорее Дуню, чем что-то другое. Но нарочно, наверное, выбрали, чтобы его... Чтобы он порыгал. Но мы же угадываем ответы, так? Они прочитали мысли по лицу, наверное. Снова, наверное, решили назовем выбрать другой вариант. Но мы же угадываем ответ, так? О клубничном льде всегда думают первым делом. Так, продолжаем, в общем. Не убедила. Впрочем, ладно, как-никак в этом вся соль игры. Рика, ты-то чего написал-то? Разве такое действительно есть? А чё он там писал-то? Зеленый чай, с бобовой пастой же. Вкус просто пленительный. Вкусно согласен, правда, очень уж необычно. Но, блин, выбор изысканный. Ну, Сатока разобралась теперь. Трое написали клубнику, трое получили по 3 очкам за товарищей. Посмотрим, у кого получится набрать больше. Ага, разобралась. Кстати говоря, Мион-сан, каково сегодняшнее наказание? Хау, и правда, какое же? И правда, какое же? Надумал чего, Кейтян? Наказание? В начальной школе за проигрыш обычно наказывали... знаю. Тасканием чужих ранцев. Иначе говоря, проигравший донесет победителям школьные сумки до дома. Она читает мысли его, что тоже... Видывал я такое. Постоянно встречая пацанят, возгромоздивших на себя уйму портфелей. Но как нам сделать? Рикотян и Сатокотян живут ведь в другой стороне от нас. Тогда лучший игрок потащит сумку лучшего игрока, согласны? Всем таскать слишком далеко, да и долго выйдет. Ладно. По-моему, в самый раз. Что за дела, такой легкий штраф? Хоть бы и Кити-сан его выполняй, все равно скучновато. Тогда давай сделаем его посложнее. Скажем, проигравший не только несет сумку. Та-да-да-дам! Но и надевает вот это. Чё за... Почему именно наряд горничной? Хау. Миленько. Но я не хочу. Но. А если Кейти сам проиграет? Вдруг наряд на него не налезет? Не боись. Для Кейтяна я нарочно заказала 44 размер. Кейтян, ты готов? Я заставлю тебя гулять по улице в костюме горничной. Катюшин ободок, подвеску, шортики, все приготовила. Здесь обозрено что-то не так. Мало того, что у тебя в шкафу костюм горничной, он еще и в разных размерах есть. Ты, блин, мазохистка. Плохо дело, мой бара Кейти. Почему только мне одному приходится по-настоящему плохо? А если я вдруг проиграю? Больше никогда не смогу ходить по деревне среди бела дня. Так не проиграй. Знаете, сынка Мэйбара-сан, слыхали о нем? Он, говорят, любит одеваться девочкой. Шо, серьезно? Какой бесстыдник. Охо-хо-хо-хо. Нет, тут только не это. Чересчур наказание, жуткое. Сейчас или никогда. Убедите их вернуться к нормальному штрафу. Ребята, это уже нездоровое наказание. Прекращайте. Как будет выглядеть моя дорога до домой и школы. За мной будет идти девочка, одетая горничной, с моей сумкой в руках, и говорить «Хозяин!» и шагать по деревне в этом нескромном наряде. Ха-ха-ха-ха. Что за чувство выливает меня? Может, делаем просто таскание сумок? Чего-нибудь без этого, да? Видите, Кейти-кун подеревенел. Бах! Я пылко хлопнул по плечам Рена обеими ладонями. Рена, совершенно не имеет значения, что там за штрафная игра. Главное победить любым путем. Прав я, девчата. Я свернул его зубы улыбкой. О, Кейтян, да ты понимать начинаешь. Ни одно наказание меня не страшит. Главное победить. Так ведь, ребята?
И... Так... И все, начиная с Мён, заканчивая Рикотин, взметнули кулаки в воздух. Разве что Рен его навалился, не зная, что делать. Вот ведь глупышка, если выиграет, сможет увидеть кое-что вкусненькое. И Рена, ну разве это для тебя неудача? Когда ты еще сможешь забрать домой Рикотин и Рисата Котян в костюме служанки? Из носа Рена брызнула кровь. Зрачки глаз изменили цвет, и она полностью вошла в свой миленький режим. Этого я-то и ждал, Рена. Твоих зрачков. Хау, забрать их домой, хотя Кетикун и Мидитян тоже ничего, хау. Но, стало быть, с приготовлениями закончили. Найдите себе листок. И какая же у нас первая тема? Открыв учебник на первой попавшейся странице, Мён прочитал вслух. И первое у нас... Летние каникулы. Какое неподеленное слово. Ну, напишу это, что ли. Ну? Готовься. Сейчас. По слову Мён, мы одновременно показали друг другу свои записи. Так-так, и что же они написали? Летний фестиваль. Летний фестиваль. Фейерверки. Распылитель от комаров. О, у нас Ренат вид одинаковый. Каждый по два очка. Фейерверки с Аткотян тоже славные. И у Рикитян по распылителю неплохо. Все ответы хорошие же. А это что? А каникулы-то уже на носу. И как бы их провести? Они все выбрали хорошие слова, от которых так и веет летом. И сердце аж потеплело. Сразу видно, что все здесь дождаться каникул не могут. Между прочим, как у Фалтет Кейтисон, а? Показывайте же скорее. А у меня не хуже. Ну-ну, хватит. Ты обязан его показать. Таково правило. Давай быстрее. А нет. Не смотрите. Домашнее задание. Чего? И тишина. Никто не нашелся, что сказать. Словно бы своим нечетким ответом я испортил их картину веселых летних каникул. Да, задание, домашнее задание выполнять. Кейтикун, твои каникулы не очень весело выглядят. Ничего. Мы проведем это лето все вместе. Кейти, мы тебя не бросим. Рикотин погладил меня по макушке. Ну какие у меня могли быть каникулы? Летняя школа, наблюдение за подсолнухами, экзамены, дополнительные занятия летом. Я ничегошники не знаю о жарких летних одиночках, потому что во школе всегда-то стояла прохлада. Ух, в глазах мокро стало. Тоскливо же каникулы у Кейтяна. Не гади на меня так сочувственно. Эта игра в симпатию куда страшнее, чем я представлял. Ну да ладно. Итак, у меня и у Рена по два очка. Продолжаем. И следующее у нас... Рыба. Рыба? Давненько я, кстати, не едал суси. И между прочим, камбалу я как знаток предпочитаю незрачненькому тунцу. Может быть, хоть теперь мой ответ с чем-нибудь совпадет. Уже об этом любой японец первым делом подумает. Суши, что ли? Ну что, девчонки, теперь по моей команде. И раз. Суси. Ну как теперь? Суси. Суси. А суши? Или суши это и суси, как бы это правильно читается так, наверное. Хотя, по-моему, где-то в каком-то прохождении, в общем, на одном канале я там смотрел этого... Когда там Криса назывался, кретина канала Криса. К прохождению этой игры Корпс Пати японской, там как раз он многие, в общем-то, имена читал по-другому, не по-другому, не так, как, в общем-то, переводить на русский язык. Например, то, что там персонажи есть Сатоши, как бы так вот переводилось, по-моему, в русском переводе, а он читал как Сатоси, то есть там что правильно так читаться. Что Ше, по-моему, там японцев читается не Ше, а С. Еще это вроде этого. Может, как раз суси это и суши, как бы, на самом деле суши, как она считается, а на самом деле суси. Ну как теперь? Если есть свежая рыба, разве станем мы ее варить или жарить? Ничего нет лучше свежих сосами. Ой, сосими, точнее. Или нет?
Однако решил схитрить и заменил сосими на сосими или нет. Сюда ли ничего нет. На суси, потому что последнее куда более знакомое здешним жителям слово. Однако все уставились на меня с холодным взглядом, с холодным видом. Понятно? Рыба и суси вкусные, да. Не говори так участливо. Ну что, покажем мы и мы свои. Раз, два, три. Дельфин. Кит. Аквариум. Аквариум. Да вы издеваетесь, это рыба. Дельфин, кит вообще-то млекопитающий, это не рыба. Мне с Рикой один ответ. Два очка нам. Кита взяла Рена. Я и сама подумала. Написала правда дельфина. О, правда? Рена сначала сама дельфинчика написала. Но подумала, никто больше не напишет. Они оба миленькие же. Не считая меня, все остальные, видать, представляли далекий-далекий шум прибоя. Теперь у всех по два очка. А кроме Кейти Сана. Ответ Кейти Куна. Да у него 0 очков. Он зато интересный и необычный, я считаю. Услышав про рыбу, я тотчас же вспомнил о еде. Китян, тебе должно быть стыдно за свои скудоумие. Не смей говорить, что я скудоумец. Да и вообще, что за хрень вы с рыбой написали, а? Они вообще не рыбы, а млекопитающие. Так, ладно, в общем-то, у нас время, конечно, закончилось. 40 минут, ну, можно чуть-чуть побольше, конечно, я думаю, в следующий раз же побольше запишу. Ладно, на этом моменте, думаю, зовем таком веселым довольно. Да, поэтому видно, что эти, да, в общем-то, Рен имен не знает, что акулы, ой, эти, как там их, дельфины, какие-то не рыбы, а млекопитающие. Ладно, в общем, на этом закончим тем самым эту серию, по номерам уже будет 23-я. Где мы продолжаем проходить вторую главу. А, по-моему, как это называется, тоже забыл даже. Что-то там связано с корабликами какими-то. В общем, на этом все. Если видео понравится, то поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику, без мата и оскорблений. С вами был Михаил, дорогие за 3 подписчики, мой канал. Всем удачи, до скорых встреч и всем пока. До скорых встреч. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star.